Мир вам, друзья мои. И вот хотел бы обсудить с вами такое вот мнение мое по поводу белорусов, а вернее лукашистов, которые называют Лукашенко своим батькой, хвалят его, гордятся якобы им. Вот написал мне один комментарий такой вот лукашист, мол, не забывает, что ЧВК это частная военная компания, и, мол, никто ее не расформирует. Так вот, лукашист, я хочу тебе сказать, перед этими событиями с Пригожиным Государственная Дума Российской Федерации приняла постановление, закон, и Министерство обороны приняло соответствующие документы, что все частные военные компании и добровольческие подразделения, которые принимают так называемое СВО участие, они все переходят под руководство Министерства обороны Российской Федерации, заключают с ним контракт, и других подразделений на территории СВО не может быть. Это первый тебе ответ. Учи матчасть перед тем, как писать. А сейчас самое главное. Меня даже не так раздражают открытые враги, эти россияне, которые хотят моей там погибели, погибели моего государства Украины, погибели украинского народа, который не хочет становиться на колени перед Путиным и Россией. Меня раздражают эти белорусы, которые, как вот те шавки, которые тявкают из-за угла, натравливая какого-то большого пса на прохожего. Я лично считаю, что вот эти белорусы, а вернее лукашисты, которые чуть что, а мы мирные люди, а мы благодарим Лукашенко, что над нами мирное небо. Если над вами мирное небо, то сидите молча и, так сказать, жуйте свою жвачку, как верблюды. А нет, вы подгавкиваете, хотите, чтобы, так сказать, и кровь ваша не пролилась, и чтобы в сторонке быть, и чтобы якобы с Россией сотрудничать, и типа мы союзники. Нет, ребятки, рано или поздно лукашисты, к вам придет война. И мне жаль лично тех,